Так, ну что, товарищи, good morning всем. Значит, у нас сегодня... Какое у нас сегодня число? 28 марта. Это уже точно последний день охоты. Закрываем. Так, сейчас собак. Грома ж не брали, не? Все. Главного затейника не взяли. Воет. Ага, он воет. Без него на охоту едут девки. Ай, трагедия. Давай, загоняй ее. Ром, давай, Ава, леска. Давай, леска. Все. По коням. Так, мы на кирпичном заводе. Погодка просто бомбическая. Давно мы тут не были. Я думаю, пару лисичек нас тут ожидают. Фазанчиков тут недавно выпустили, два десятка. В общем, места очень классные. Выходим на номера и начинаем суперохоту. Итак, стоим на номерах. Там Максим стоит, обычно я там стою. Туда лисичка постоянно выходит. А потом она вот здесь поворачивает и идет сюда, тут ее добивают, если вдруг не попал я. В общем, там еще парни стоят в засаде. В общем, сейчас Борисыч выпускает собачек и начинаем полювание. Вот камышики такие симпатичные. О, собачки работают. Хорошо работают. Сегодня мы без Грома, я думаю, собаки не потеряются, а то он обычно уходит и выводит их по ложному следу. Так, интересно у нас тут родео получилось. Значит, обычно собачки гонят лесу по камышу, здесь она выходит, здесь мы ее добываем. Но получилась интересная ситуация. В общем, они где-то метров 200, вот в той стороне, вышла лиса. И поверху нее погнали, вот так вот, поверху, поверху, поверху. И вот там вот, по центру экрана камыш, вот там она вышла. Они за ней пошли, она перешла через речку, переплыла. И по той стороне ее погнали, погнали. В общем, там где-то оставили след, и вот так вот обратно собачки вернулись. В общем, хитрожопая лисичка получилась. Ну ладно, едем сейчас в другое место. Пошли. Дяде Вове удалось один выстрел сделать. Так что там, тигры были или кто? Лисичка. Ну и где она была, расскажи. Собаки по той стороне гонят. А я ж там стою, вижу, она бежит. И вот там в конце ив, ива, топольки. Ага. Вот такая деревина лежит и бутылки. И она как торпеда по этим бутылкам пробежала. Блин. И ушла вот сюда, наверх. Ага. А собаки походу поверху шли, получается, да? Да, да. Интересная ситуация. Пошли. Ава, пошли. В общем, тут один интересный момент проявился. Пошли. В общем, была лисичка, но... Не наша. Да, не наша. Сегодня ей сказочно повезло. Да. До следующего года. А это наша Ава, потеряшка. Да. Которая сама пришла домой и прошла 30 километров. Но дорогу нашла домой. Вернулась самая первая. Чей Apple лежит? Мой. Да? А ты положил, чтобы это, чтоб такое место для хранения, да, короче? Да, да. Так ты уже, ты будешь его еще лезть? Есть, да? Конечно. Хочу завпечатлеть этот момент. Ну давай, кусай. А то наши подписчики не поверят, что оно так и должно быть. Так. Наш предводитель дворянства. Антон Батькович, передай привет нашим охотникам.
Привет, да. Да, которые не верят, что в Днепропетровской области до сих пор еще охота открыта. Ну, в смысле, до конца марта. Все закрытие. Все уже, финиш, закрываем. Все, сейчас едем в другую. Разрешение, да. Да, все можно. А то пишут там всякие товарищи, диванные эксперты, что уже все. А у нас, оказывается, еще можно. Так, переехали. Начало Сурско-Литовского. Мы уже здесь охотились неоднократно, но шансов, наверное, маловато будет, что здесь что-то будет сидеть, потому что выжжен камыш до половины. Поэтому плохой знак. Обычно, когда костер, огонь, все убегает, улетает. Ну ладно. Так, Борисыч, он приехал, сейчас собачек выпускает. Ну, будем посмотреть, а вдруг что-то будет. Парни, он туда дальше проехали. В прошлый раз у нас лисица пошла. О, утка. Значит, в прошлый раз лисичка вот так вот прошла по камышу в конец, а там никого не было, и ушла. Артур, расскажи, как ты лисичку Только не ругайся, нас дети смотрят, у нас детский телеканал. Так, ну и что было? Гляну, выскочила на бугор. Думал, собака, а потом смотрю, лиса. Ты по хвосту опознал ее? Шмыть за бугорочек и все. Не успел. Понятно. Ну вот так вот. Даже несмотря на то, что жженый камыш, лисички тут, оказывается, обитают. А это наш новый охотник. Юра вливается в коллектив. Юра, Миша. Миша, прости. Сейчас я ему ружье новое дам. Подожди. Да, а ну дай ему. Сейчас будем этот. У нас традиция такая есть, что все начинающие охотники, они... О, классно, супер. О, и гильза, да, первая гильза. Сегодня будем закрывать охоту, а ты будешь с этой гильзы выпивать веселый напиток. Согласен. О, отлично. Так оно обычно... Лазит 50 грамм. Конечно. Так, хорошо. Ну что тогда, куда мы едем? Ну сейчас же директор скажет. Понял, директор. Хорошо, ждем директора. Собаки он по камышу возвращаются. Так, ну все, ждем. Мы на фазана позапрошлом году открытие под Звонецкой бурьян брали. Ну там 1-2 поднялось и все. Всего там нет. Воинскую часть брали. Тоже 1-2 там. Ну там воды нету, его тоже там. Ну, 1-2 дикие. Мы походу только что в этих кушарях, вот здесь только вышли. Он там все в дачи уходит. Он уходит, но он сюда летит, он дача рядом. Короче, видите, только что вот тут, где кущи вот эти. Да, вони. Сорвали это, три фазанки и петух. Слышишь запах? А что за запах? Лисица. Слышишь? А, лиси. Это только охотник. Так что опять заражаем патроны? И кабана, кстати, тоже. Да, слышно. Да, кабаны точно тут есть. Реально, блядь, свежие. Так, переехали на захоронение. Так, вон парни десантируются. Входят на номера. Вот наш романтичный камышек. А там в начале балки где-то километр отсюда Борис сейчас собачек выпускает. В общем, здесь тогда они в прошлый раз потерялись. Ну, лисичек тут было много. Три лисички мы добыли, а штук пять где-то ушло. Поэтому мы сегодня будем их лишать этой возможности уходить безнаказанно. Так, ну все. Красота. В общем, лисичек погнали с той стороны, короче, с противоположной. Обычно мы с той стороны выгоняем, а это Борисович решил с этой стороны погнать. И, в общем,
одну уже добыли. То есть где-то было 4 выстрела. В общем, там где-то по центру экрана, где он выступ дерева стоит, вот там вот ее положили. В общем, вон ее. По центру экрана сейчас он, наверное, не видно, но вон ее подняли. Есть одна лисичка, в общем. Только что прикол. Стою на номере. Вон Игорь отъехал. Метров 300-400. Собаки где-то там. То есть их еще не слышно, как они работают. Стою, слышу, камыш шелестит. Вот так по центру экрана смотрю, лиса выходит. Вот я где-то с полгоры жахнул раз. И вот там вот как только она зашла вот в эту маленькую посадочку второй раз. И она потянула ноги на... Ну, короче. То есть подранок стопроцентный. Сейчас мы уже дождемся. Может, сейчас собаки подойдут, по следу пойдут. Ну, в общем, подранок стопроцентный. Вот такие пироги прикольные. Я же сам охренел. Два выстрела сделал и подраночек. Вон, походу, лисица лежит. Все, прибежал. Короче, пошел по следу. Кровь была видна. Сука. Фух. Вот это охота. Вовремя, вовремя подоспела гона и взяла ее по следу. В общем, зажал ее в кусты. И я ее тут заделал. Причем по команде я говорю: гона, фу. Она отходит на метр, и я ей самый лобешник. Так, и вот он мой трофейчик. Вот, в общем, я и куда нечаянно попал. Ну и сзади он клубок шерсти выбитый. Это вот когда я в него стрелял те первые два раза. В общем, получается 5 выстрелов. Первые два на номере, потом два, когда бежал, снимал, держу в правой руке телефон, снимаю. А в левом ружье, она подрывается, там на видео видно. И я, получается, с одной руки стреляю. Жесть, короче. Ну и потом на звук, на выстрел подходит Ава, унюхивает ее метров через 50 в кущах, выгоняет ее на край кущей, и метров с 10 я ее, в общем, добиваю. Причем самое интересное, она ее, в общем, облаивает. Я говорю: Ава, фу, Ава, фу. Она делает два шага назад, и я делаю выстрел. Короче, вот так вот. Вот такой трофеечек веселый. Так, вот он наш второй трофейчик. Вот они две красиво лежат. И первую лисичку, походу, добыл Максим. Максим, как тебе это удалось? Ты с ноги ее или с кинжала? Понятно. Так, ну, в общем, сезон закрыли. Немного, но... Две ушло, две взяли. Да, две взяли, 5 ушло. 10 ушло. В общем, как-то так. Все, товарищи. А еще, может, и пооставалось. Да, может, сейчас еще по 20 капель выпьем минеральной воды и пойдем еще доберем. Так, ну что, всем бабла, всем здоровья, 100 тысяч подписчиков. И пишем, звоним. До связи в прямом эфире.